Конан. Тебе неведом страх. Конан. Врагов повергнет в прах. Все земли и моря ты обошел не зря. Близка победы заря. Конан – самый могущественный воин из всех когда-либо живших на Земле. Его цель – разрушить заклятие, превратившее его семью в каменные изваяния. Он должен избавить мир от злобного Сета, навсегда отправив его в другое измерение. Для этого ему придется сразиться с предводителем змеиной армии Сета, жестоким Ратамоном. Конан, смелей гляди вперед! Конан, тебя судьба ведет! Все земли и моря ты обошел не зря. Встает победы заря. Приключения Конана Варвара. Нечестная игра. Кром. Мы пришли в город в поисках еды и крова, а вместо этого нашли одних безумцев. Мы не безумцы, чужестранец. Мы празднуем свадьбу нашего короля Уриена с Веридианой, нашей новой королевой. Веридиана, любовь моя, тебе нравится праздник? Я счастлива, Уриен, что теперь буду править вместе с тобой. Абракадабра! Ваше Величество, я к вашим услугам! Смерть злой колдуньи! Смерть безжалостной королеве! Арестуйте его! Немедленно! Быстрее схватить его! Конан, люди змеи близко. Клянусь кромом, это правда. Звездный металл! Схватить этих варваров! Простите, Ваше Величество, но среди стражников есть люди-змеи. Веридиана! Ваше Величество, мы ничего не сделали. Ваша королева – женщина-змея. Они лгут! Это злые колдуны. Они наложили на меня проклятие и превратили в змею. Немедленно верни ей прежний облик, колдун. Я не могу. Он говорит правду. Только тогда, когда колдуны будут уничтожены, проклятие спадет. И моя красота вернется ко мне. Бросьте их в темницу! Говорю вам, мы не колдуны! Ай! Кто потревожил сон Нидла? Нидл, улетай отсюда, быстрее! Эта птица лишь доказывает, что они злые колдуны! Не волнуйся, моя дорогая. Традиция запрещает проливать кровь, пока светит луна. Но как только она скроется, они будут казнены. И с ударом топора палача проклятие будет разрушено. Обещаю. Спасибо, мой дорогой. И пусть их колдовское оружие принесут в мои покои. Нидлу всегда приходится спасать большого и глупого варвара. Мой король, я пробуду в уединении до рассвета. Позволь мне пойти с тобой. Нет, оставайся со своим народом. Мне нужно побыть одной. Ха-х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 а
случилось? Почему ты сменила человеческое обличье? Меня обнаружили случайно, но я использовала ситуацию в наших целях. Если бы не это, мне не удалось бы завладеть звездным металлом. Свету ваши заклинания потеряют свою силу. Бросьте их, темницу. Быстро! Этот старый мошенник вполне сможет разделить камеру со злыми колдунами. Превратите его в жабу! Нет, пожалуйста, только не в жабу. Пожалуйста, я вас умоляю, не в жабу. Вы не колдуны. Конечно! Но разве не проще воспользоваться заклинанием, чтобы развязать руки? Конан сказал тебе, что мы не колдуны. Ваша последняя пища. Наслаждайтесь, пока еще можете. Ой-ой-ой. Недолго весь измазался в этой каше. В следующий раз Нидл не будет утруждать себя, чтобы спасти вас. Что? Они не колдуны? Ты хорошо потрудилась, Веридиана. Если тебе удастся захватить короля Уриена, как ты это сделала с Конаном и Зулой, то одна из пирамид Сета поднимется в твоем королевстве. И будет она увенчана звездным металлом, который ты добыла. Да, и когда старый болван Уриен не будет стоять у меня на пути, я стану править единолично. Ой! Большой и глупый варвар всегда просит Нидла сделать невозможное. Если это самое лучшее, что может сделать ваша птичка, то вы действительно не такие уж великие маги. Хорошо, Нидл, хорошо. Только не оборачивайся на гигантскую крысу. Гигантская крыса? Куда делась гигантская крыса? Должно быть, я ошибся. Не было гигантской крысы? Нидл больше никогда не будет разговаривать с большим и глупым варваром. Что происходит, а? Следуйте за мной. Я знаю, где выход. Держи их! Не дайте им уйти! Расступитесь! Бежим! Колдуны! Это они! Взять их! За ними! Хватайте их! За ними! Скорее, скорее! Взять их! Используйте свою магию, иначе мы снова окажемся в темнице. Я говорил тебе, что мы не маги. Зато мы умеем пользоваться знаком Джебала. С помощью знака Джебала, повелителя зверей, братья звери, услышьте мой зов! Где они? Скорее, мы можем уйти переулками. Они не смогут найти нас здесь. Я знаю лучший путь. Следуйте за мной. Лучший путь? Лучший путь? Вон они! Скорее, за ними! Держи их! Держи! Почему ты помогаешь нам? В городе много людей, которые сопротивляются попыткам королевы поработить нас. Но только ваша магия помогла открыть ее истинную змеиную сущность. По крайней мере, тем, кто не слишком глуп, чтобы осознать правду. Бежим! Хватай их! Быстрее! Прыгайте! Я не смогу. Сможешь.
самый крупный попался. Чародей, лови! Быстрее! Хватай его! Я не чародей! Ой, я говорил это! Палка, конечно, неплохое оружие, но я предпочитаю свой меч. Конан прав. Мы должны вернуть наше оружие. Не волнуйтесь. Инош, наш вождь, знает, где найти его. Инош, вождь мятежников, за чью голову назначена награда? Извините, тут птицы. Но никто не заподозрит, что наш штаб находится на Голубятне. А почему бы и нет? Нидлу здесь нравится. Нравится? Убирайтесь, проклятые птицы! Кто это? Не беспокойтесь. Это маги, которые показали ее змеиную сущность. Тогда вы желанные гости. Меня зовут Инош. Раньше я был главным министром короля, но теперь являюсь вождем мятежников. И за мою голову назначена награда. Как это случилось? Король Уриен хороший человек, но любовь к Веридиане затмила его разум. Она установила тяжкие налоги и жестокие наказания, а он ничего не делает, чтобы остановить ее. Если ты скажешь, где мы можем найти наше магическое оружие, мы с Зулой остановим королеву. Раз и навсегда. О, могущественная королева, о, мудрейшая исправительница, у меня есть ценная информация, которую я могу продать. Говори, что тебе известно. Я знаю, где находится штаб мятежников. Хорошо, если ты говоришь правду, то будешь щедро награжден. В противном случае ты умрешь. Мы на месте. В покое королевы можно попасть через окно с другой стороны. Ваше оружие отнесли туда. Я спущусь по веревке. Нидл поможет вам вернуть звездный металл. Начни с того, что перестань мешать мне. Конан, Нидл, будет лучше, если вы оба будете сохранять спокойствие. Веридиана, скажи этим болванам, что они совершают ужасную ошибку. Никакой ошибки, старик. Это ужасно! Я вышла за тебя, чтобы стать королевой, но теперь ты мне больше не нужен! Как? Это безумие! Мой народ поднимется против тебя! Нет, если я принесу им головы твоих убийц, злых колдунов Конана и Зулы! Прощай, жалкий глупец! Хватайте его! Зула, нас предали! Держи его! Где второй? Говори! Ну, где он? Не волнуйтесь, скоро и он будет в наших руках. Сбросьте его вниз! Нет! Нет! Держись! Крепче держись! Он упал! Зула! Зула! Не беспокойся, колдун! Скоро ты присоединишься к своему другу! Все ушли? Да, можно вылезать! Я был слеп. Вы открыли мне истинную натуру, Веридианы. Печально, когда тебя предает тот, кого любишь. Да, но теперь ради спасения моего народа я должен вернуть себе королевство.
Бумеранг, на место! Что происходит? Проклятый колдун! Это он! Отправляйтесь к своему хозяину! Поторопись, нужно найти Конана до рассвета. Я знаю потайной ход. Иди за мной. Жители Лайсандроса, у меня ужасные новости. Ваш король мертв. Один из двух колдунов, совершивших это предательское убийство, уже мертв. Другой потеряет свою голову на рассвете. Казнить его! Инош, ты знаешь, что делать. Еще знака Джабала. Братья-звери, придите ко мне на помощь! Смотрите! Большой маг настолько могущественен, что может оживить вашего мертвого короля! Нидл, говорю в последний раз, я не маг! Ты маг! 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 Наш король! Верни нашего короля! Пусть вернет! Если я маг, что я должен сделать? Говори магическое заклинание! Давай! Остановите его! Это злой колдун! Эпиметриус Либрос Келос Вателос! И... Саванти! Король жив! Да здравствует король! Да здравствует король! Ко мне, мои воины! Убейте моих врагов! Уничтожьте их раз и навсегда! Уничтожьте! Конан, лови! Не трогай его, мерзавец! Проклятый колдун! Оставь себе деньги. Теперь ты заслужил их. Веридиана, я любил тебя. Как ты могла так поступить? Думаешь, я, дочь Сета, могла бы полюбить человека? Жалкий старикашка, ничтожный болван. Теперь ты заплатишь за все. Жители Лайсандроса, ваш король вернулся благодаря могуществу этих добрых магов! Приветствуйте их! Да, как же Нидл? Я делаю самую тяжелую работу и никакой благодарности. Я также благодарю их замечательную огненную птицу! Вот, теперь справедливо! И клянусь, я исправлю все то зло, которое причинила моему народу коварная женщина-змея!
Обещаю вам! До здравствует король!